Давайте в Анапу пойдем, давайте сходим в Анапу. Типа сюда эти туристы приезжают. Прикиньте, сюда стоят квартиры туристам. Как бы не очень. Ну, баки еще хоть кухок-то. О-хо-хо. Даже ого-го, какие баки крутые, да, россияне? У вас, наверное, дух, наверное, сперло от таких баков. Травы. Ну, Сочи. Ну, я бы как бы ожидал, что более красиво от Сочи, правда? Какие-то крыши поганенькие. Тротуар разбит. Ну, что это такое? Две машины есть, а починить тротуар не может. Знаете, такие пихточки симпатичные. Ну, вот ничего нет, видите? Пусто. И это все облезло. Ничего не разлинейно. Где велосипедные дорожки, Арсений? Точно же к вам приезжает этот турист какой-то. Вот как он на велосипеде поедет? А вдруг вы его собьете? Квартиры от застройщиков. Что это значит? Вот дебильный зеленый цвет. Зачем? Зачем? Он все как-то... К чему он лепится? Парковки нет, видите? Просто становитесь сюда и все. Он бы и сюда встал, просто тут стоит железка, видите? А так бы он встал. Нет никакой парковки. Нет, вот здесь можно, там нельзя. Улица Крымская. Дамочка. Что, дерево срубили, и вот ничего не посадили. Видите, как куца. О, три кондиционера. Видели как? Четыре кондиционера. Пять кондиционеров. Да, они там себя любят. Осетинские пироги. Все везде кондиционеры, видите? Ну, то есть, получается, вот три человека, четыре человека может приехать на пироги, а остальным парковаться где? Непонятно. Фикс прайс. Что это фикс прайс? Это о чем? Опять кондиционер, видите? Ремонт копи лайт. Что такое копи лайт? Заправка картриджи. У вас даже слова картридж нет. Почему у вас слово картридж вы что, не придумали слово для картридж? Ремонт одежды. Дверь страшная. Дверь страшная. Русские ворота. Так бы где-то было написано американские ворота. Я такого не видела. American Gate. Смешно. Вот кто так делал? Вот кто? Скажите, вот кого вы будете обвинять, что так вот наляпали? Вот кто это сделал? Алкоголики, кто? Анапа. И что это такое? Что это за здание? Ни одного цветочка не высажено. Ни одного цветочка вообще. Ни одного цветочка. Некрасиво. Ладно, пойдем, может быть, по самому побережью посмотрим, что там красивого. Ну, видите, мусор, наверное, ждут, чтобы забрали, да? Парковки никакой не выделено. Вот просто пустое место. Где инвалидам парковаться? Непонятно. Квас. 50 рублей. Ой, черепашка. Какая прелесть. Это что, видите, у вас нет разметки. Просто стал и стал. Боспор. Что значит Боспор? Это, наверное, отель. Ты сам кресло поставил и никакой лавочки. Может быть, там и есть пляж.
О, даже атаковать может. О, какие вы грозные россияне. Какие вы грозные. Пикточки маленькие. О, наконец-то. Вот сколько я ищу парковок. Вот это первый раз я нашла такие парковки. Видите, как четенько все. Почему у вас такого везде нет, я не понимаю. И цвет хоть какой-то не бешеный коричневый, то спасибо. Но цветов никаких не высажено. Странно. Видите, все куцая. Все куцая. О, боже ты мой. Это типа отель, да? Типа а-ля отель. Какое море. Так. Ну, давайте сюда зайдем напоследок. Ой, экскурсии. Так и хочется прям туда к вам зайти, ей-богу. Этот дом симпатичный. Симпатичный. Ну, вот это, конечно, он какой-то убожественный. Пляж! Ой, как красиво! Пляж! А тут что? Я хотела сказать, теннисные корты. Нет, не теннисные корты. Нет, нет. Конечно, какие-то... О-о-о! Так вот идешь на пляж, такой, да! Красивое просто место, зашибись. Все зашибись. Ну, ни одного цветочка, россияне. Ну, что за Анапа такая, а? Экскурсии. А это что такое? Улица Тургенева. Ой, и наконец-то я увидела лавочки. Без урн. Ни одной урны.